Всем доброго времени суток. Рабочий день в полном разгаре. Hyundai Sonata приехала на диагностику двигателя. Посторонний звук под капотом, стучит. КДшка. Здесь у нас Kia Sportage уже без двигателя. Готовится к установке. Двигатель загиризован, собран. Осталось его установить и завести. Здесь у нас, как видите, пустота. Через 2 часа уже будет на месте двигатель. Hyundai Grand Starex, стандартная процедура, техническое обслуживание, масло с фильтрами, топливный. Hyundai Tucson посетил наш сервис в старом кузове. Человека беспокоит проблема по электрике, не работает блок АБС, горят ошибки на приборной панели. Автомобиль Hyundai Porter 1. Автомобиль нас посетил с следующей проблемой. Не включается 3, 4, 5 передачи. Не включается задняя. Будем снимать механическую коробку передач, половинить, снимать колокол, смотреть, скорее всего, механическая неисправность в плане вилки включения сломанной. Здесь у нас автомобиль Kia Sorento в кузове XM, бензиновый. Человека беспокоит течь антифриза. Антифриз уходит, снизу собирается лужа под автомобилем. Будем делать опрессовку системы охлаждения, разбираться с проблемой. Sorento до рестайлинговой. Вот такой у нас ажиотаж на улице. Сейчас продолжим с вами внутри. Краткий экскурс. Внутри у нас в френд-зоне Sonata. Капитальный ремонт двигателя. Двигатель уже отстрелян. Осталось все только опустить и уже разобрать и дефектовать. Все уже снято. Двигатель будет опускаться вместе с коробкой. Короткий подрамник, пускаем, разбираем и машину ставим на задний двор, начинаем капитали двигатель. Здесь у нас Hyundai Accent, процедура у нас, значит, следующая, замена сцепления, замена передних амортизаторов. Далее в ремпоринг-зоне двигаемся, у нас Kia Sorento в кузове XM, процедура была следующая, замена топливного фильтра погружного, двигатель бензиновый G4 KE. Заменили топливный фильтр в профилактических целях, по желанию клиента. Kia Bongo. Автомобиль довольно-таки редкий в наших краях, на полном приводе. Проблема была следующая. Клиент приехал к нам. Заявлены работы были переборка двух топливных форсунок и, соответственно, замена ТНВД. Также мойка бака, мойка топливных магистралей. По итогу все данные процедуры были проделаны. И автомобиль завелся на трех цилиндрах. Начали искать проблему. Нашли. Пропала компрессия второго цилиндра. Сняли головку, увидели следующее. Было принято решение ставить наш восстановленный двигатель. На данный автомобиль будет устанавливаться вот этот двигатель. Евро 5. Полностью восстановленный. С новыми цепями, с новым механизмом ГРМ. Вот. Также будет установлена новая турбина, так как в процессе разбора было выявлено, что турбокомпрессор находится в ужасном состоянии.